Всем привет, друзья! Меня зовут Игра, и сегодня я буду играть в игру Among Us на карте мира HQ. Вот, на этой новой карте. Я еще пока что не играл на этой карте. И сейчас вот подключаюсь к какой-то команду я. Предатели 1 будет. Тут можно теперь в игре Among Us выбирать разные имена. Вот, тут у всех имена такие рандомные. Мне имя Хишан. Все, сейчас будет начало. Буду сегодня играть на новой карте мира HQ. Игра загружается. И я предатель. Сегодня я буду играть за предателя. Так, управление настроено. Все, можно ходить. Да, Among Us вышел на компьютер. Сейчас можно его уже скачать на ПК. Вот такая красивая карта. Вообще прикольная. Мне нравится эта карта. И новая карта Airship. Можно перейти по ссылке, посмотреть видео. Вообще классная карта. Надо сейчас кого-то поймать. Устройте саботаж и убейте всех. Фальшивые задания, раздевалка, починить проводку. Да нет, я вроде таки не нахожу. Реактор, подать энергию в зону столовая. Это типа фальшивое задание. А вот это белое что-то кружится вокруг меня. Чё она так вокруг меня отходит? Ну сейчас я тебя поймаю, зачем ты тут так близко? Вы смотрите, как ко мне подходит. Это что, специально что ли? Ну все. Я могу репорт сделать, но не надо. Так, а где все остальные, интересно? Так, не, надо кого-то поймать еще. Белого обнаружили. А розовая вышла из игры. Розовая. Остается двое. Ну, я голосую за того, конечно, кто репорт сделал. Да, супер, мне везет, все, я выиграл, можно считать так, я выиграл, да. Есть победа, дальше, начало. Давно не выходили ролики по Among Us, скорее всего, надо их чаще выпускать, если... Вы сейчас же поставите под этим видео лайк и подпишитесь на мой канал и нажмете колокольчик. Будет еще больше роликов по игре Among Us. Это я точно говорю. Так, уже начало. Загружается игра. Я предатель.
Так, ну нет, тут их много что-то. Нет, они так вместе ходят. Подозрительно, вот белая вот рядом со мной всегда ходит. Вот это вообще странно просто. Но я буду делать вид, типа выполняя задание. Смотрите, она прям ко мне подходит, прям возле меня, смотрите, это что? Она просто возле меня стоит. Ну это слишком близко, она кого-то специально это делает. Она кого-то ждет, пока я к ней подойду. А это изобретение какое-то. Ну я так и сейчас ее вырублю. Вот так. И сваливаю. Вот таким быстрым ходом, чтобы там не пробираться. Да, конечно, надо было еще дальше отойти. Как-то я слишком близко там возродился, когда из люка вышел. Так, на кого же они подумают, мне интересно. Так, ну, наверное, за розовую буду голосовать. Потому что она репорт дала. Поэтому за нее голосовать буду. О! За нее голосуют. Пишут на нее. Да, конечно. Она сама за себя проголосовала, что ли? Так, остается двое. Так, одного кого-то надо поймать и все. Ну да, почему-то красный так рано решил проголосовать. Интересно. Что же мне выбрать? Что мне написать? Я не знаю. Голосуем за Дюэрейл. За оранжевую. Да, конечно же, я уже второй раз выиграл вторую игру. Победа! Супер, мне сегодня везет. Ну, я вообще сильно удивлюсь, конечно, если, конечно, еще и третий раз мне попадется предатель. Вот это вообще будет супер. Я сильно удивлюсь от этого. Если три раза подряд предатель попадется мне из этих всех пятерых. Это будет везучий день. И момент истины. Жду. Сейчас загрузится. И я предатель. Вообще. Мне так везет три раза подряд. Это просто невыносимо. Я не знаю. Это почти как невозможно три раза подряд, чтобы попался предатель. Вот белая, так как прежде, вот возле меня ходит. Возле меня специально. Как будто она думает, что я опять же предатель. Только она не сообщает об этом никому. Поэтому она об этом не сообщает. Только не знаю почему. Интересно, конечно. Там растения были сверху, я там уже прошел. О нет, я прям перед ней. О, это вообще было палевно сейчас. Да, конечно, это было палевно.
Что делать? Наверное, за белую буду голосовать. Их тут целых трое. Целая тройка тут. Да, конечно, это было палевно просто. Но у меня были целые три попытки играть за предателя. Ну, жалко, меня выбросили. Поражение. Ну да, конечно, это было палевно. Не вытерпел. Не вытерпел, так рано. Завалил. Красную. Так, ну сейчас еще один войдет. И игра начнется. Я надеюсь, вы уже поставили лайк и подписались на мой канал. Тут много всего интересного, можете найти много разных игр интересных. Последние дни уже очень много игр вышло. Hello Quest, привет, гость. Также Geometry Dash Sub-Zero вышла. Evil Nun 2 вышла. Скоро еще будут ролики по игре. Пока что не скажу по какой. Чтобы было интересно. Так, ну белая опять же за мной ходит. Кого-то думает, что это я. Предатель опять. Но я голосую. Что-то подозрительно просто. Потому что прямо она за мной гналась. Интересно, ребята вообще поверят, что я не предатель на этот раз? Потому что 4 раза предателем быть просто. Я надеюсь... А хотя, мне кажется, все на меня могут подумать. Да, все подумали опять, что я предатель, но смотрите, я не предатель, не был предателем. Собака лежит, скучает. Прослежу-ка за белой, посмотрю, что она делает. Интересно просто как-то. А что она стоит на месте? Интересно даже, кто это предатель? Белая, может? Нет, ну, она на месте стоит. Так, и кто же это может быть? Мне кажется, что это красная даже. Потому что, когда же предатель убивает, сразу репорт делает. Правильно же? Значит, это красная. Это просто слишком палевно было. Потому что в ту сторону, куда она шла, вроде бы там никого я не видел. Это она, скорее всего, красная. Только, конечно, репорт она сделала, а сама голосует где-то уже 90 секунд. Если, конечно, до конца не потянет время. Ну, ребята, вы догадаетесь, что это она предатель. Победа? Да, ее выкинули. Все супер. Ее выкинули просто. Как мне повезло. Мы выиграли. Все-таки красная и была предателем.
Не знаю, может еще раз сыграть? Еще одну игру? Да что они то заходят, то выходят, потерпеть не могут 5 секунд, что ли? Да, сейчас я сыграю последнюю игру. Я уже не буду предателем, много раз я попадался, 3 раза аж подряд. Я в большом количестве игр пока что выигрывал. Надеюсь, меня не будут ловить. Лишь бы меня не поймали. Так, тут надо подать энергию. Точнее, починить проводку. Подать энергию — это в зону офис. Реактор — это другое. Оранжерея, вот. Очистить фильтр. Интересные задания такие. Лаборатория есть. Расплавление в реакторе идет. Блин, а что делать-то? Проиграть бы. Но 3 раза из 5 игр я уже выиграл в большом количестве раз. Это уже хорошо. Так, это компьютер, там пишется. Проходит северный сенсор, там юго-восточный сенсор, там все пишется. О нет, мне кажется, мы сейчас проиграем. Что делать? О нет, поражение. Это был голубой или бирюзовый. Так что, друзья, вот такой ролик. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Скоро еще выйдет новая игра. И всем удачи и пока-пока.